Электромотоциал Harley-Davidson LeafWire дебютировал на CES 2019. На выставке CES 2019 американский производитель мотоциклов Harley-Davidson объявил о начале приема предварительных заказов на свой первый электромотоциал Harley-Davidson LeafWire. Модель предлагается для предзаказа по цене от $29 799. Выход в продажу запланирован на август 2019 года. Harley-Davidson LeafWire разгоняется с 0 до 100 км в час всего за 3,5 секунды, а расчетный запас хода составляет более 175 км. Заряжать его можно как на зарядных станциях, так и от обычной бытовой розетки. От обычной розетки 1 час зарядки эквивалентен увеличению запаса хода на 20 км. Мотоцикл также будет подключен к сотовой сети LTE, поставщиком платформы сервисов и блока контроля телематики выступает Panasonic. С помощью приложения на смартфоне можно будет контролировать состояние мотоцикла, получать сообщения о покушениях на мотоцикл и его местонахождении, напоминания о необходимости сервисного обслуживания, в том числе удаленно.